есть дивная генерация автомобилей, которых немало. И в пересчете на 350 миллионов населения, и у каждого человека там по две машины, ну, можно сказать, что вот в Америке-то есть чего выбрать. Есть машины, которые... на которых вы просто больше нигде не найдете. Вот, допустим, Suzuki XL7. Что за автомобиль? Вообще, Suzuki, как марка, меня в последнее время удивляет. То, что мы делали на Grand Vitara, то, на каком седане от Suzuki мы катались, и вот этот джип на раме. Итак, и снова я вам скажу, что в Америке предпочитают все-таки серьезные люди ездить на равных автомобилях. Либо, ну, это должно быть что-то типа S-класса с двумя подрамниками спереди и сзади. Здесь чистая рама. То есть чистый джип. Чистый джип, который может просто нажатием кнопки заблокировать все дифференциалы, и вы уже едете. Чистый джип очень-очень жизнерадостного, светло-голубого, с небольшим фиолетовым оттенком цвета. Ну, металлик, разумеется. Вот так вот машинки делаются для Америки. Сколько машина пробежала? Машина пробежала 32 тысячи километров для 2005 года. И стоимость этого автомобиля 800 тысяч рублей. Еще раз скажу, что это полноприводный, полноценный джип, в котором очень-очень много места. С машиной такой ценовой категории я бы отнес к разряду сейчас уже более чем доступным. И все-таки ввиду небольшого нашего вот этого экономического кризиса, когда почему-то немножко динамит, да, и не платят. Вот. Задумываться о новом автомобиле стоимостью 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона. Я, честно говоря, не буду и вам и не советую. Но я вам скажу так, что последний модельный ряд, допустим, Мерседесов поменялся в 2006 году. А сейчас на дворе октябрь месяц. То есть через 2 месяца машины будут проходными и не будут стоить таких космических денег. Почему машины проще брать с Америки, и не обращая особого внимания на объем двигателя? Ну, потому что в Америке, как правило, любят что-то свыше 3 литров или очень близко к тому. Вот здесь двигатель V6, типичный американский двигатель, объемом 2,7 литра и мощностью 180 лошадиных сил. Вот так вот, на заднем приводе. Это Suzuki. Хорошие мотоциклетные движки. То есть, выбирая автомобиль с нормальным двигателем, вы как минимум себе гарантируете безопасность от барана сзади. Да. И я вам скажу так, что даже в повороте уходить от удара лучше с нажатием педали газа. Где такие машины приобретаются? И, кстати, они есть в Магнитогорске в наличии. И постоянный приход новых автомобилей. И это вам не реклама в газете из рук в руки того, чего еще нет. Понимаете, о чем я говорю? Приехали, выбрали демократичные цены и широкую гамму автомобилей. Причем, ну, хотите что-то посерьезнее, хотите что-то повеселее. Есть все в наличии. Так, Japan Car располагается, Металлургов 12, это офис. Там вы можете вместе, ну, с руководителем фирмы полазить по интернету, повыбирать себе машинку, подумать о том, как вы грамотно ее доставите. Ну, так, чтобы поменьше геморройчиков всяких. Вот. Непосредственно автомобили стоят на Советской 160 рядом с Лукойловской заправкой. Туда вот за автоледи проезжаете, выбираете, смотрите. Можно и прокатиться, кстати. В довершение всего вышесказанного я скажу, Suzuki XL7 – это очень хороший автомобиль с чисто американской маркировкой XL, Extra Large. Ну так,